Глава МИД КНР Ван И, находящийся в Буэнос-Айресе для участия во встрече министров иностранных дел стран G20, провел переговоры со своим аргентинским коллегой Хорхе Фори. Китайский министр отметил, что связи между двумя странами динамично развиваются. КНР поддерживает усилия Аргентины по содействию ее стабильности и развитию, а также готов оказать любую помощь в пределах своих возможностей. Хорхе Фори, в свою очередь, заявил, что Аргентина придает большое значение двусторонним отношениям, высоко оценивает доверие и поддержку Китая. Страна с нетерпением ожидает участия китайских руководителей в саммите G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины. В тот же день Ван И провел отдельные встречи с коллегами из Нидерландов и Чили.